Сегодня нам представилась уникальная возможность побывать на репетиции группы «Умбелла». Что мы, думаю, что мы близки друг к другу по духу, и мы одного поля ягода, и у нас один вкус, и одни и те же мировоззрения, одно и то же, и думаю, что у нас очень-очень много общего, поэтому мы слились вместе очень круто. Сама Полина Гриффис поет у нас. Мы очень рады, потому что я любил ее всегда, еще первый клип, когда вышел, мне понравилось. Я считаю такую фразу сказал, блин, неужели, что в России стало появляться, потому что мне... Я очень думал, что такой фирмовый проект, это точно не от студии, реально. А когда первый раз этот СОС трек услышал, мне он так понравился. Блин, аранжировка классная, хороший саунд. Человек без акцента поет. Конец. А мне очень стыдно, я не знал вообще, если честно, творчество. Я вам рассказываю, Полина, какая Полина, не понимаю. Да, Полина Гриффис, да, ну и что? Алло, Полина, ну что там? Я и не против. Мы просто переименовывали группу, вот так как к нам пришел диджей Ромеро. Вот, состав у нас очень поменялся сильно. Мы раньше играли вообще этническую музыку, шоу барабан. Я там вот был один, там, вечно в угаре, там куча барабанов, ребята там диски, ими, эй, и вот пошел. С Андресом мы как-то совершенно случайно встретились. Я работал в музыкальном магазине. И он ко мне зашел в качестве просто клиента поглазеть, поспрашивать. И как так случилось, что мы просто с первых слов нашли общий язык, схлестнулись. Я на 3 часа ушел из магазина, никого не предупредив. Мы с ним просто общались взахлеб. Вот. На меня там, естественно, начальство все ругалось. Типа, ты работать будешь сегодня? Я говорю, не мешайте мне, я разговариваю с нормальным человеком. Почему именно Умбелла? Потому что сидели как-то мы дома, я помню, смотрели что-то телевизор, вот это Умбелла тапрабан. Мы что за фигня? Какая-то такая, знаете, как типа Discovery, там что рассказывают, кто-то остров. Мы в интернет, а это оказывается затерянная цивилизация, очень было много найденных музыкальных инструментов, Умбелла тапрабан. Это очень древнее, да, там вообще нереал. Вот, смотрите, вот находки, там какие-то глиняные штучки всякие, там, и так это, так, как... Не, я хочу сказать, что эта цивилизация была, это избранная была цивилизация, куда входили одни творческие люди, это музыканты, поэты, куда, да, они жили отдельным островом, и они как бы обособлены от Атлантиды. И вот как бы мы посчитали, что мы тоже такие же как бы обособленные творческие люди, которые рвем. Все самое интересное о нас только на сайте Twiggle. Это уже можно сказать.